первая игра, когда мы забили практически все свои результативные моменты. Да, и, скажем так, вратари сегодня в Астрахани не отстояли на тот процент, что было до этого в наших играх. Да, потому что и Шиманский, и Александр Кривошин, как правило, против нас, в принципе, достаточно неплохо выступали. На сегодняшний день мы, я говорю, справились со своими стопроцентными возможностями. Опять же, отстояли там фрагментальную защиту и так мяч за мяч наращивали свои преимущества.